Там пару удивлений у меня точно было. Как минимум надо с Белкой поговорить, обсудить. Что опять была неразбериха с составом? У Виктора еще было несколько вариантов. Там я в первой версии видел то, что Белка должен был играть. Ну да, ну и Белка с утра ко мне подходит, говорит, типа, Викторович, возможно, меня поставит. Если я буду играть, тогда, типа, предупредите меня, чтобы я настраивался. Но потом проходит время, и я так понимаю, тренер и тренер, он решил, что, типа, этот матч должен играть с Сычевым. Ну, у меня есть другая информация. Тренер Италии на тренировке после игры сказал, что вы будете играть по тайму, готовьтесь. То мы приезжаем в отель и говорят то, что играет только Сыч. И поэтому я не знаю, имеет ли у нас есть тренер вратарей или нет. Как ты относишься к тому, что такие качели, то ты играешь, то не играешь, и в итоге решили, что ты играть не будешь? Ну, братан, я просто не понимаю, зачем остается последнее слово. Если мне тренер говорит одно, а потом я прихожу знать другое, и тренер говорит, что я должен играть, а кто-то говорит, что я не должен играть. Тогда как мне верить вообще? Если как мне верить вообще тренеру и команде, если мне говорят, иди играй, я иду играть, и мне говорят, нет, сиди. Такая ситуация была с Ромом и с кем-то еще, опять она повторяется. Ну и типа, меня просто на качелях каждый раз кидают в яму, я там сижу. Выбираюсь из нее, и меня опять ногой туда кидают. Ну, мое мнение, я бы Белку на первый матч не ставил бы. Он готов, но я бы поэкспериментировал бы, сделал бы с матч ТВ его вратарем основным. Сегодня первая игра, и мне кажется, ну, понятно то, что мы прям максимально на результат заряжены. Ну, я не знаю, ну, а почему у меня списывают со счетов, если я готов, тренер Батарей говорит, что я должен играть? И, типа, почему меня ставят такие команды, как Матч ТВ и прочее? Почему я не могу играть с такими же командами, как Бибики? Если мне доверяет тренер, доверяет тренер Батарей. А для тебя есть разница между играть в Бибики или с Матч ТВ? Для меня есть разница играть. Я играю на 0-2 года. У меня хорошие матчи, я не привожу. Я не понимаю, почему, если мне все доверяют, почему мне не дают такой шанс, если я готов играть. Не, ну, при этом вот мы приехали сегодня на поле, и нам именно Виктор еще сказал, что он хотел тебя поставить, а ему тренер Ротарей сказал, что типа нет. А ты говоришь, типа, потом на тренировке... Братан, вот... ну тренер Ротарей вам сказал, что вы будете играть по тайму. Ну что, а когда он это сказал? На тренировке, после, как мы закончили тренироваться, когда мы шли к автобусу. Типа сказал, вот вы готовы, двое играть по тайму. Он нам сказал, вот Алекс сегодня не играет, вы играете по тайму. Мы сейчас к игре подготавливаемся, после игры идите, готовьтесь, вы с ним вдвоем играете. Потом, блядь, мы на обед идем, мне говорят, что играть. Ну тебя это дезморалит, то, что... Братан, конечно. Тебе говорят, ты играешь, ты готовишься, и потом тебе в один момент ты сидишь. И без объяснения причины, вообще без всего. Типа просто. Сказали, играешь, потом приходишь просто. Нет, не играешь. Я хуй его знаю. Ну, ситуация тяжелая. Но... здесь смотри, как ты ее воспримешь. То есть, если... Ну, он просто будет так же работать на том же уровне и выйдет с Матч ТВ. Я хуй его знаю. Это у нас с Ромой такая же ситуация была. Когда мне сказал, Викторович подходит, говорит, ты сейчас играешь во втором тайме. Команда выходит, Викторович говорит, готов, да. Я начал выходить, мне говорят, просто Сыч остается. Хотя Викторович мне говорил, что ты играешь. Поэтому я не знаю, сколько я вот сейчас опять работал, готов играть. Мне говорят, иди играй, мне опять обрубают, говорят, что нет, сиди. Я не знаю.